Ремонт моста в поселке Белый Яр Сургутского района близится к завершению. Строителям осталось положить асфальт на тротуар, установить перила, ограждение и освещение. В ходе рабочей поездки объект посетил глава муниципалитета Андрей Трубецкой и оценил ход работ. Напомню, этот мост – единственная артерия, которая соединяет две части одного поселения – центральную и промышленную. В прошлом году старая конструкция обрушилась. Все это время белоярцы из одной части населенного пункта в другой добирались в объезд. К строительным работам подряд Подрядчик приступил в сентябре. За это время часть моста демонтировали, выполнили гидроизоляцию сооружения, до первых заморозков уложили асфальт. На реконструкцию выделено 50 миллионов рублей из муниципального бюджета. Строители обещают сдать объект 10 декабря. Несмотря на то, что это полномочия администрации городского поселения Белый Яр, мы не делим, наше, ваше, это наши общежители. То есть он фактически свяжет две половинки поселения. Не с первого раза. С пятой попытки определился подрядчик, но мы не опускали руки или не теряли надежды. Вот то, что обещали, сделаем в этом году.